Всем привет, ребята, с вами я, Оу. Я здесь лежу, тут так атмосферно. Ну, в общем, сегодня мы с вами играем в тот самый режим исследования, вторая часть, но только это уже оригинальная версия, и она называется «Опрос». А название игры я оставлю по ссылке в описании. Вот, смотрите, сейчас я сделаю скриншот. Вот, сделала, так красиво для превьюшечки будет. Вы это, наверное, на превью уже видели. Ну что ж, давайте начинать. Что ли? Красиво тут. Чат опрос. Ну... Да. У тебя хороший день? Ну, конечно, да. Сегодня у нас была елка, и поэтому я очень рада. Если вы не первый раз, еще она кратилась, так что да. У вас много обязанностей? Ну, сегодня я вставала в 9 утра, эх. Так что, да. Оглянись на мгновение. Ну, типа, я здесь. Красиво все. Закон со своим окружением? Нет. Ты знаешь, где ты? Ну, нет. Откуда я должна знать это место? Здесь, ну, атмосферно немного даже. Нет. А, блин, что так шумит? Быстрее выключайте, она меня, блин, испугала. О, смогла. Ну ладно. У нас когда-нибудь была паническая атака? Нет, я не знаю даже, что это такое. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей комнате кто-то есть? Нет. Вы сомневаетесь в своем существовании? Ну, нет. Ты веришь, что Бог существует? Ну, да. Вы боитесь темноты? Нет, я уже давно ее не боюсь. Вы отвечаете на эти вопросы по своей свободной воле? Да. Вы уверены? Конечно, да. У вас когда-нибудь был сон, который казался настолько реальным, что было трудно отличить его от реальности? Ну да, мне приснилось, как будто я пошла к бабушке и пошла мыться, а там был другой человек. Я с ним купалась. Ну ладно, да. У вас есть какие-нибудь фобии? Вообще, да, у меня фобия потерять вас и, конечно же, телефон. Если такая фобия, конечно, есть. Так что, да. Ну, совсем немного. Вы чувствуете себя комфортно в своей комнате? Ну, немного, да. Так что нет. Если бы свет погас, ты бы испугался? Нет. О, блин, что это за скрип там в двери? Когда-нибудь задавались вопросом, когда вы умрете? Нет. О, вернули свет. Вы убрали свой стол в последнее время? Ну, нет. У меня там очень-очень-очень грязно. Я там не убираю. И так что давайте ответим. Давайте ответим нет. Откройте папку на вашем столе. Нажимаем. Вызрати. Блин, как он догадался? А, просто он сразу понимает, из какой вы страны. Так что это правда, да. У вас есть доступ к интернету? Да, есть. А как же я тогда играю? У тебя есть пироги? Ну да, конечно. У всех одни есть, вроде. Вы играете на мобильном телефоне?
Да. О, Кока-Колу взяла. Круто. Ну, что-то, кстати, за кнопочки. Темный. Вау, круто. Да, мне нравится вот такой ориентир. О, эта штука же штука. Вау, это можно Кока-Колу повернуть. А это приближение. Вау, круто. Так, вы играете на мобильном телефоне? Ну, да. О, ее выбросить можно. Самолет. Вот, все. Часто думаете смерть? Нет. Если бы ты вдруг пропал, кто-нибудь пришел бы тебя искать? Конечно, да. Ты один? Ну, да. Ну, или в этой комнате я не одна, а так дома я одна, так что да. Ты не один, ты проверил свою комнату? Конечно, давно уже. Да. Видите, что мы живем в симуляции? Нет, это реальность, все. Вы согласны с тем, что за вами наблюдаем, когда вы отвечаете на наши вопросы? Ну да. Когда-нибудь чувствовали, что хотите сделать что-то плохое, хотя вы не знаете, что это неправильно? Ну да, бывало такое. Если бы ты кричал, кто-нибудь бы услышал? Ну да, конечно. Ты боишься выстрелов? Очень. Знаете ли вы человека, который стоит позади вас? Да, это... О, блин, здесь сквер был. Я же испугалась. Ты один? Теперь уже нет. Расслабьтесь, найдите время, чтобы расслабиться. Хорошо. Расслабьтесь. Вы расслаблены. Да. Являются ли ваши чувства... Блин, это ошибка реальная. Я сейчас заскриню. О, значит, это лайфхак рабочий. В прошлый раз, когда я играла на пародию этой игры, то я не получила эту ошибку. Но теперь я нашла настоящую версию этой игры. Я нашла. Ура, лайфхак рабочий, наконец-то. Так, да. Вы плакали вчера? Ну, да, если честно. Видите человека, стоящего за вашим окном? Сейчас посмотрю. Тут что ли, окно открыть можно? Я просто идти тут не могу. Так, наверное, нажать надо. Блин. Я не знаю, что тут. А, вот, вот так. А посмотреть никак. Ну. Нет. Есть ли смысл в жизни? Конечно. Просто радоваться жизни. Вот и все. Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то наблюдает за вами в вашем собственном доме? Нет, не было такого. Ты уже знаешь, кто ты? Конечно, я Саша. Подписывайтесь на мой канал. Знаешь, что происходит? Нет. Ну, все нормально вроде. Вы когда-нибудь слышали странные необъяснимые звуки в вашем доме ночью? Это каждый день у меня бывает. У меня такие соседи. У меня там воспитательница живет, так что да. Когда-нибудь испытывали сонный паралич? Нет. Я всегда пытаюсь спать на боку, чтобы его не получить. Если бы вам сказали правду о вашем существовании, вы бы отрицали эту надежду на лучший обед? Давайте ответим нет. Ведь номер 4? Ну да.
Что подумают люди о тебе, когда увидят, что ты сделал Масяндра 4? Как это на это ответить? Это никак не ответить на да и нет. Блин, я не знаю, что делать. Блин, как отвечать? Ну ладно, давайте ответим да. Когда я задаю вам вопрос, вы действительно отвечаете да? Если бы я мог доказать тебе, что ты не существуешь, чтобы был бы шокирован? Конечно, нет. Хотите знать правду? Какую? Ну давай. Смотри в окно. Так, о, тут кнопка смотреть есть. Теперь появилась. Оглянитесь. Это комната, дверь, компьютер, дом по соседству. И мне страшно становится. И что из этого нереально? Я создал этот мир. Я создал тебя. Что происходит? Я пытался помочь вам увидеть его таким, какой он есть. Постойте. Ну, в общем, вот так. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а также не забудьте ставить колокольчики. Ну и всем пока-пока!